Всем привет! Меня зовут Серега Литовец, и вы на канале «Мошенники звонят по телефону». Ставьте лайки, дизлайки, подписывайтесь на наш канал, пишите комментарии. Это помогает продвигать наш канал вверх. Вот. А сегодня у нас горячий кавказский парень мага будет делать шпили-вили мошонкам. Алло, здравствуйте. Магомед? Я вас слышу. Да, меня зовут Алиса. Вы писали мне в WhatsApp сегодня. Так. Да, но вы потом не ответили. Ага, так. Вы хотите приступить к заработку? Заработок, да. Заработок. С какой суммы? А что за организация это ваша? Вы мне напомните, я уже не помню. Газпром инвестиции. Газпром инвестиции. Хорошо. 300 тысяч рублей. Хорошо, я вам писала, на какой карте у вас есть все деньги? На счету у меня. Счет у меня в Сбербанке. Дальше мне пишу. А банковская карта есть у вас? А как же, конечно, есть. Ну, то есть это на карте Сбербанка, правильно? Чего правильно? На карте Сбербанка у вас деньги, правильно? Какие деньги-то? Что за деньги? Как вы хотите приступить к работе? Я же говорю, к работе Газпрома. Мне Газпром акции хотел я купить, но я же говорю. Ну, чтобы вам купить любые акции, не только Газпрома, вам нужно, собственно, деньги на торговом счету, правильно? Я не знаю, правильно это или неправильно. Ну, мы же с вами общались, я вам объясняла. Давно? А когда мы общались? Ну, мы общались сколько? Недели, две назад, наверное. Ясно, я все равно не помню. Ну, так, хорошо. Хорошо. Ну, вы написали, что как пополнить депозит, правильно? Да, как пополнить депозит? Как его пополнить? Ну, есть несколько вариантов. Вы на платформу заходили вообще? Конечно, как же, я же знаю. На какую платформу вы заходили? Красный диплом, высшее техническое образование. Политехнический институт. Да, я помню, вы говорили, да. А на какую вы платформу заходили? На вашу? Какую нашу, как называется? Ну как, вот какая ваша платформа, название, можете сказать? Не, ну я вас спрашиваю, вы сказали, заходил на платформу. Какое название-то, ну что вы, какое название, вы припомните, я может вспомнить. Какое название? БКС Брокер. Какой брокер? БКС Брокер. Вы кто, какая? Вы БКС Брокер? А, Магомед, я звоню из Газпром Инвестиций, но у Газпром Инвестиций нет собственной платформы для выхода на международную биржу. Мы используем партнерство с другими платформами. Какие? Так я спрашиваю, на какую вы заходили? Я же не помню название-то, я же вам 5 раз сказал. Давайте я вам скажу список, а вы скажете, на какую вы давайте, заходили. Давайте, список Шиндлера, да. Магомед, вы серьезно сейчас разговариваете? Да, вы да, записываете да. разговор или что, или вы шутите? Конечно, конечно. Вы мне список скажите, я вспомню платформу, на какое название. Freedom Finance, Barlama, Finam, SingleUp, BKS Broker. На какую из этих заходили? Ага. BKS Broker. Так. А как вы на нее заходили, если вам я ее не отправляла? Как не отправляла? А кого вы мне отправляли? Платформу. Для ну, регистрации. А вы мне отправляли, как что вы на нее заходили? Вы мне отправляли, что ли? Нет. Зачем вы спрашиваете тогда, как я заходил? Да, как вы сказали, вы заходили на платформу. Ну, БКС брокер, конечно, заходил. Но я не знаю, как вы на нее заходили, потому что доступа у вас к ней нет. А какая платформа вы, да какой вы хотите доступ дать мне? Магомед, я не хочу никакой доступ. Я вас спрашиваю, вы сказали, зашли на платформу, БКС Брокер. Но я спрашиваю, как вы на нее могли зайти, если у вас нет к ней доступа? Я вам не давала этого. Почему доступ? Нет доступа? Да как же я не захотел? БКС Брокер, я точно помню. Я разговаривал еще с ними по телефону по БКС. Они сказали, что БКС. С кем вы разговаривали? БКС Брокер. БКС. Техподдержка или с кем? Конечно, БКС-брокер. Кто же еще?
Но я вам другую платформу отправляла. Какую? Можешь сказать, какую? Барлама. А, Барлама, так, Барлама заходил, конечно. Зачем мне сказали другие? Так я вам сейчас любое буду название говорить, которых не существует даже. Вы говорите, да, да, заходил. А зачем вы сказали, что БКС брокер, еще какие-то? Могли сказать сразу Барлама и все. Ну, потому что мне кажется, что вы мне врете. А вы не врете? Вы не врете? Я не вру, нет. Вы вот осознаете вообще, девочка, что твое каждое слово — это пиздеж? Ты это понимаешь своей головешкой маленькой? Магомед, вам скучно было? Вы решили написать или что? Ты понимаешь своей головешкой маленькой, что каждое слово — это пиздеж? Я не девочка, меня зовут Алиса, и общайтесь нормально. Это Алиса, блядь, дурочка, блядь. Твое каждое слово пиздёж, блядь. Дурочка здесь каждое явно слово, не я. Для вам скучно вашей каждое жизнью слово, жить. Говоришь, Магомед, так зачем вы мне голову морочите? Слушай, вот ты ебаная, блядь. Брокер ты сраный, блядь. Барлама, блядь. Что сказали? Засунь себе в очко, Барлама, и пидорасам этим своим дуракам скажи, которые... Что сказали? Магомед, я могу послушать, мне не сложно. Ты какие-то... Ой, блядь. Ублюдки вы ебаные, короче, мошенники. Угу. А ты угу. Девочка. Работу найдите что нормальную. Найдите работу нормальную. Мне как раз уборщики туалетов нужны. Магомед, может вы своей жизнью займете? Вам так скучно, что вы просто звоните, туалетов, время свое тратите. Бесплатное питание, блядь, доширак, блядь. Может обед, своей жизнью блядь. Займетесь, не знаю, водой наконец-то. Кипятёный. И проезд на автобусе за 15 рублей. Пойдёшь в туалет убирать? Почему вам так скучно жить? Не знаю, начните отношения, метров. Может, какие-то там, сходите в театр. Прекращай мошенничеством заниматься, наебать людей, Барлама ты ебаная. Мошенник здесь один, это вы, Магомед. Ёбнутый, блядь, это же надо, блядь, говорить, что Газпром инвестиции. Какой ты нахуй Газпром инвестиции, дурочка, блядь? Так сходите в Газпром инвестиции и спросите. Сходите в офис Газпром инвестиции и спросите. И то было бы правдоподобнее, блядь. Магомед, вы же просто позвонили по причастности. Дура, блядь. Найди работу, блядь, дура. Можете каждый день звонить? Блядь. Я буду вашим психологом. Тюрьма, понимаешь? Там пиздец будет, нахуй. Вообще, в тюрьме была когда-нибудь? Ой, блядь, там пиздец. Ой, блядь, там тебя рвать будут на куски, нахуй. Знаешь, какой-то... Сколько ты народу уже наебало? Ну-ка, признавай. Сегодня наебало кого-нибудь? Чучело? Алло, чучело? Ты где? Алло? Куда съебало? Алло? Алло? Алло, да-да, слушай, Магомед. А ты еще здесь, чучело? Сегодня наебало уже кого-нибудь? Вам скучно или что, я не понимаю? Что, ты наебала кого-нибудь, дурочка? Ой, тебе потом это все встанет. Ой, блядь. Мне честно, мне смешно это все слушать, то, что вы говорите. Можете сходить в офис Газпром инвестиций и спросить, работаю ли я там. Дура, блядь. Какой ты Газпром, чучело? Какой ты Газпром, блядь, дурочка, блядь. Барлама, блядь. Засунь в очко Барлама свою, ты ебаная, блядь. Разводилка сраная, блядь. Магомед, вы знаете, что по номеру вас легко найти? Вы знаете это? Пидорасы, которые мне звонили, ублюдки, блядь, они там рядом, нет? По вашему имейлу и по вашему телефону, по вашим данным, которые вы оставили. Чего имейлу? Не боитесь, что найду вас? Найди, конечно. Или мой муж, например. Раз вы так позволяете себе общаться. Не боитесь? Дурочка, блядь, найдешь ты, ёпту, блядь. Иди, найди меня, ёпта, дура, блядь. Или я как вас зовут, Аркадий, или Геннадий, как именно? Я тебе язык нахуй оторву, блядь. Может, никого же не найдешь нахуй, блядь, тварь, блядь. Будешь метелкой, блядь,